Салам алейкум, уважаемые дагестанцы и гости нашей столицы. Разрешите мне от имени Федерации спортивной борьбы поблагодарить за прекрасное проведение мероприятий и за ежегодную поддержку этого турнира главу нашей республики Сергея Алимовича Мельника, правительства и Министерства спорта Республики Дагестан в лице Сажида Халила Рахмановича Сажидова. Уважаемые друзья, предыдущие наши выступающие коллеги сказали, конечно, что поблагодарили наших спортсменов, которые приехали в наши дружественные страны. Это очень сейчас актуально, то, что они приехали, и я хочу тоже от имени Федерации поблагодарить вас и заверить, что ежегодно мы также будем проводить эти мероприятия на таком же должном уровне. К сожалению, не все сегодня смогли приехать, но я думаю, этот турнир будет становиться более ярким и ежегодно будет становиться он более конкурентоспособным. Дорогие друзья, эти соревнования, то, что мы проводим, это спортивные мероприятия, это и есть как раз таки посол мира. Они не проводятся не только для развития и популяризации греко-римской борьбы, но и самое главное, важное, для укрепления дружеских, братских отношений между нашими народами. Я еще раз хочу сказать, что вот есть у нас такая пословица, говорят, как корабль назовешь, так он и поплывет. Я очень надеюсь, с именем нашего прекрасного, незабвенного Сурагат Хаваловича Асиатилова, этот турнир наберет большие обороты, и на этом турнир будет воспитывать будущих чемпионов мира, олимпийских чемпионов. Еще раз хочу вам всем пожелать удачи, без травм, всего наилучшего. Пусть победит сильнейший.